Это только несколько самых покупаемых товаров на распродаже. Смотрите до конца. Недавно была распродажа 11.11. Как вот уже новая распродажа «Черная пятница» с 23 по 27 число. И в честь нее я нашел для вас самые покупаемые товары с тысячами заказов. Кстати, скидки на некоторые товары будут получше. Ну и купон в описании я оставил для вас. Настенный держатель для швабры. Маленький, но очень полезный аксессуар в хозяйстве. Крючок выполняет роль держателя швабры или метлы. Такой аксессуар удобно разместить в ванной, где инвентарь для уборки будет зафиксирован, не будет падать и мешать. Крепится держатель к стенке на двухсторонний скотч. Внутри предусмотрен зажим из прорезиненного покрытия. Его размер универсальный. Дополнительно по краям изделия есть по одному крючку, где можно повесить полотенце, мочалку, щетку и другое. Чтобы закрепить вешалку на стене, достаточно отклеить защитную пленку с обратной стороны пластины, приклеить ее и надеть держатель на пластину. Паяльная станция с термофеном. Необходимый инструмент не только для радиоэлектронщика, но и для пайки бамперов и любого пластика вообще. Его компактность позволяет без проблем брать его с собой на выезд, работать за пределами мастерской, на стройке и даже в гараже. По сути, это ручка с термофеном, его держателем и маленьким блоком управления. Но есть одна важная деталь, отличающая его от обычного строительного фена. Плавная регулировка температуры, регулятор который интегрирован в управляющий блок. Температурный диапазон прибора составляет 100-480 градусов, мощность 650 Вт, а производительность по воздуху 120 литров в минуту. Термофен оборудован турбиной, что выгодно отличает его от электрофенов, с мембранным насосом, делая поток воздуха более равномерным. В комплекте идут три насадки подачи горячего воздуха. Новейший магнитный USB кабель с круглой формой штекера и синей LED-подсветкой. Он выполняет все привычные функции ваших кабелей, поддерживает передачу данных и быструю зарядку QuickCharge 3.0. Доступен под разъемы microUSB, iPhone и Type-C в нейлоновой оплетке длиной 1 метр. Если вы уже устали покупать обычный USB кабель для зарядки смартфона или планшета, который постоянно рвется, то магнитная зарядка для телефона – это отличное решение проблемы. Магнитный USB кабель, в отличие от обычного кабеля, сохраняет от пыли и износа гнездо зарядки в устройстве. Также магнитный кабель мгновенно подключается одной рукой, что удобно и безопасно, например, за рулем. Имеет крепкую нейлоновую оплетку и синюю LED-подсветку во время зарядки. Чехол для внешнего жесткого диска. Для тех, кому важно качество. Шикарный внешний вид. Поддержка USB 3.0. Поддержка горячей замены жесткого диска. Также поддерживаются диски объемом до 4 ТБ. Вставив свой винчестер в данный карман, вы получите внешний жесткий диск. Другими словами, огромную флешку. Подходят для жестких дисков 2.5 ноутбучных, у которых SATA интерфейс, толщиной от 7 мм до 9,5 мм. Соединение между карманами ПК осуществляется с помощью кабеля USB 3.0, который идет в комплекте с карманом для жесткого диска. Пульсоксиметр на палец. Данный медицинский прибор предназначен для неинвазивного измерения уровня сатурации кислородом капиллярной крови и мониторинга сердечного пульса. Благодаря современному контрольно-диагностическому прибору предоставлена возможность каждому, кто следит за своим здоровьем, быстро и точно измерять насыщение гемоглобина кислородом артериальной капиллярной крови. Чтобы получить данные о частоте сердечных сокращений, вам понадобится не более 15 секунд. Именно поэтому он рекомендуется и широко используется для детей и взрослых, как в учреждениях, так и в домашних условиях. Особенно актуально использование пульсоксиметра для пожилых людей, которым требуется постоянный контроль за ЧСС, потому как самостоятельно измерять частоту пульса тактильным способом им достаточно сложно. Вакуумный упаковщик – незаменимая вещь для тех, кто любит готовить быстро, хранить долго и безопасно, а кушать вкусно и полезно. Это прибор, который позволяет вакуумировать продукты в бытовых условиях и сохранять их свежесть долгое время. Данное устройство извлекает воздух из пакета, за счет чего прекращает размножение бактерий, вызывающих порчу продуктов, и замедляются различные химические процессы. С помощью вакуумного упаковщика можно заготовить овощи, фрукты на зиму, разные полуфабрикаты, а также продлить свежесть уже приготовленной еды. Вакуумировать можно не только еду, но и различные хозяйственные вещи, естественно, те, которые поместятся в пакет.
Беспроводной зарядный настольный светильник не только прекрасно освещает пространство рабочего стола, но и позволяет заряжать гаджеты как проводным, так и беспроводным способом. Для этого устройство оснастили беспроводной зарядкой, к которой подходят смартфоны, оснащенные соответствующим встроенным или подсоединяемым QI-приемником. Также в лампе есть подставка для телефона, с помощью которой можно смотреть видосики. Светодиодная лампа находится на стойке, наклон которой регулируется. Включается лампа кнопкой на передней панели и имеет 4 уровня яркости и 4 разных температурных режима работы. Шприц для маринада. С помощью этого нехитрого приспособления можно доставить маринады, специи и жиры внутрь большого куска, не повредив волокна и сохранив сочность продукта. Некоторые до сих пор делают инъекции на кухне обычным шприцом, но специальные намного удобнее и эффективнее, так как для улучшения вкуса используют не только солевые растворы, но и более густые соусы на основе масел и специй. Кулинарные шприцы для маринования мяса устроены так же, как и медицинские, и работают по тому же принципу. Раствор набирают в шприц, затем прокалывают на нужную глубину мяса и дозированно распределяют, стараясь делать проколы на одинаковом расстоянии. Комплект сменных кассет для бритв серии Black Spider. В комплекте 4 сменных кассеты модели X6. Кассеты X6 – это набор из 4 лезвий, массажирующей полоски снизу и смазывающей сверху, и все это собрано в одном корпусе сменной кассеты. Лезвия в кассетах изготовлены из высококачественного и прочного сплава и способны обеспечить комфортное бритье на протяжении длительного периода времени, а 4 лезвия обеспечат идеальное чистое бритье. Такие кассеты очень легко меняются с помощью одного нажатия на кнопку. Также помимо ссылок на сами кассеты, в описании я оставил ссылку на полноценную бритву, которая конкурент Gillette. Ночник-проектор с музыкальной коробкой. Очень красивый, качественный и многофункциональный ночник, который сможет заинтересовать вашего малыша. Подойдет как для игры и также сможет настроить его на тихий сладкий сон. Представленный ночник можно использовать как проектор, что позволит окунуться в сказку. Благодаря сменным пластинам комната наполнится мягким и успокаивающим светом. Он создает проекцию звездного неба прямо на стенах и на потолке комнаты. К тому же он вращается, поэтому создается впечатление полета. Женская дорожная косметичка. Компактная, прочная, портативная, легкая, что делает ее отличным выбором для деловых поездок, путешествий, тренажерного зала, домашнего использования и многого другого. Встроенный крючок позволяет подвесить дорожную косметику на крючке, благодаря чему ваши туалетные принадлежности и косметика будут легко доступны. Одно основное отделение с несколькими карманами аккуратно поместит ваши средства по уходу за кожей, косметику, лосьон, шампунь, кондиционер, зубные щетки и другие необходимые вам предметы. Водонепроницаемая и прочная ткань защитит ваши туалетные принадлежности от брызг и царапин. Адаптер для бит с ограничителем предназначен для создания надежной фиксации бит при проведении монтажных работ с различными видами крепежных соединений. Изготовлен адаптер из инструментальной углеродистой стали, хвостовик адаптера размером 1/4 из хромованадевой стали. Двойной магнитный фиксатор обеспечивает быстрое и надежное крепление насадки. Ограничитель глубины вкручивания предохраняет во время монтажа поверхность мягких материалов, например гипсокартона или древесины, от повреждений. Также в ограничителе очень хороший магнит, который значительно поможет в работе с саморезами или шурупами. Видеорегистратор нового поколения, который сделан с упором на повышенный уровень безопасности и систему защиты во время стоянки автомобиля. Продвинутый видеорегистратор с 2-дюймовым ЖК-экраном и 5-мегапиксельной камерой, которая снимает с разрешением 2592 на 1944 пикселя. В режиме парковки камера 70 мей переходит в спящий режим, но продолжает следить за транспортными средствами. Из-за наличия G-датчика устройство начинает записывать видео само, если происходит какое-либо столкновение. И кадры события будут сохранены отдельно в файлах событий, избегая стирания. Есть автоматическая видеофиксация при приближении к автомобилю. Защита 24 часа в сутки, 5-мегапиксельная камера, поддержка смарт-системы ADAS с заботой о вашей машине. Если вам нужен регистратор, то самое время присмотреться и приобрести этот гаджет во время скидок на Али. Бюджетный смартфон Realme S3. Одно из главных преимуществ этого смартфона – это мощная батарея на 5000 мАч. Она обеспечивает смартфону более суток автономной работы. В частности, ее хватит почти на 44 часа непрерывного общения по телефону. Смартфон получил новый мощный процессор Helio G70 с максимальной тактовой частотой до 2 ГГц и технологией Hyper Engine, которая оптимизирует работу для быстрого автоматического переключения между Wi-Fi и LTE и улучшенного управления
управления ресурсами. Фронтальная камера со специальным бьюти-режимом и интеллектуальным алгоритмом, учитывающим ваши персональные особенности, поможет сделать селфи еще лучше. Для того, чтобы каждый ваш портрет был уникальным. Realme S3 оснастили 6.5-дюймовым HD+ дисплеем, который обеспечит вам комфорт в любой ситуации. Его экран, который занимает 89,8% передней панели и имеет минимальные боковые рамки, дает хороший обзор и позволяет лучше сосредоточиться на том, что происходит на дисплее. В общем, за свою скромную цену смартфон достоин внимания. Powerbank от надежной фирмы, общая емкость которого составляет 10 000 мАч при напряжении в 3,7 вольта и оснащен усовершенствованным литий-полимерным аккумулятором. Powerbank имеет один выходной USB-порт для зарядки 5 вольт 2,1 ампера и два входных порта для microUSB и USB Type-C, что делает его универсальным в использовании. Не нужно докупать дополнительных кабелей для зарядки. Устройство позволяет заряжать самые разные устройства – смартфоны, планшеты, беспроводные гарнитуры, фитнес-браслеты и тому подобные гаджеты. Благодаря встроенному процессу управления заряда, Powerbank автоматически определяет тип подключенного устройства и выбирает оптимальный ток и мощность для его зарядки. При подключении устройства процессор определяет, каким именно током его нужно заряжать. Это необходимо для того, чтобы батарея заряжалась максимально быстро, повысить коэффициент передачи заряда и сделать выходящий ток более стабильным, что позволит увеличить срок службы заряжаемой батареи вашего устройства. Кстати, в описании я оставил еще пару ссылок на интересные товары, которые не попали в этот обзор. Перейдите и посмотрите. Ну и напишите в комментариях, какие товары вам больше всего понравились из этой подборки. Распродажа «Черная пятница» продлится с 23 по 27 число, так что переходите в описание под видео и пользуйтесь купонами, чтобы сэкономить по полной. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписан на канал. Хорошего вам вечера и увидимся!